Угроза велика. За Пригожиным стоят очень серьезные силы. Если верить некоторым моим информаторам, непосредственно за ним стоит Кириенко, глава администрации президента. А за Кириенко стоят братья Ковальчуки, люди, входящие в самый ближний круг президента. То есть это тоже интегрированная структура. Это человек, который не просто так, у него вдруг открылись глаза, и он начал говорить правду. Из него делают проект. Так же, как в свое время делали из Борьки Алкаша, делали проект, за которым действительно пошли сотни тысяч людей. Потом разочаровались, но, извините, поздно пить боржоми, когда всю страну продали. Вот это очередной проект, который двигают очень серьезно. Естественно, многие вещи он озвучивает не сам. Ему подсказывает его команда, ему формирует то, что можно говорить сейчас, то, что нельзя говорить сейчас. На чем можно сыграть.